Волна здоровья захлестнула Саратов. Десятки детей из разных районов области смогли пройти обследование и получить консультацию ведущих специалистов крупных клиник страны. Диагностический центр, оборудованный на борту теплохода, побывал уже в Нижнем Новгороде и Казани. А сегодня утром пришвартовался к набережной нашего города. Подробности в нашем сюжете. Ранним утром в коридорах теплохода «Александр Бенуа» не протолкнуться. В каютах ведут прием ведущие специалисты 8 московских медицинских центров. В рамках акции «Волна здоровья» врачи обследуют маленьких пациентов из разных уголков Саратовской области. Наше решение как раз совпадает с докторами Саратова. Диагноз «порок сердца» 16-летнему Дмитрию поставили сразу после рождения. 2 года назад подростку установили 3-й кардиостимулятор. В необходимости делать еще одну операцию местные врачи сомневаются. Поэтому окончательный вердикт, говорят родители, за московскими кардиологами. Нам советовали в кардиоцентре в Саратове приехать, вот обследоваться. Ну, нет у нас ухудшений или операцию, вот сказали, полгода посмотрим. А потом, может быть, еще операцию нужно будет. Мы уже их 7 операций делали нам. Теплоход «Александр Бенуа» – диагностический центр на воде. На борту оборудование для обследования детей с нарушениями слуха и зрения, а также страдающих заболеваниями сердца. За 5 часов на борту теплохода побывали 150 горожан. 2 детей уже в ближайшие дни отправятся на бесплатное лечение в московский кардиоцентр. У нас отобраны дети на оперативное лечение, но сегодня нам было просто полегче работать, потому что врачи, которые работают в Саратове, они давно с нами контактируют, и мы прекрасно знаем их работу. И в основном они показывают нам таких неясных, тяжелых больных, которые нужно было решить, ну, как бы совместно, как консилиум. Показано ребенку оперативное лечение и когда оно показано. Поддержали акцию и спортсмены. Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая участие в «Волне здоровья» принимает впервые. Но сразу решила побывать во всех городах, запланированных в маршруте. «Волна здоровья» для меня первая, и я думаю, что не последняя, потому что действительно очень благое дело. И действительно это помощь тем людям, которые наверняка уже отчаялись получить определенное лечение в центральных округах, в столице. Поэтому я поддерживаю такие акции руками, всеми руками. В этом году акция «Волна здоровья» проходит в 10-й раз. Юбилейный маршрут протянулся на несколько тысяч километров. От Нижнего Новгорода через Саратов в Самару, затем остановка в Ульяновске и конечная точка маршрута – Череповец. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.